Привет, меня зовут Козелей, а это мой новый щеночек, немецкая овчарка. Он вот такой замечательный, мне кажется, получился. Голова соединена с телом с помощью скелета, ее можно поворачивать. Ну вот, так как-то. А также все лапки на шплинтах, их можно крутить. Все лапки также армированы с помощью скелета, они сгибаются и... Поэтому овчаренок может стоять, лежать, сидеть, то есть вы можете придавать ему любые позы. У него хвост замечательно тоже гнется, так как внутри скелет. Ушки армированы, можно одно, например, согнуть. Типа малыш-малыш. А, глазки стекло, но запекаемая пластика. Есть усики, есть подушечки на лапках, кожа, кожаные они. И есть ноготки, это запекаемая пластика. Внутри синтепон, внутри стеклянные гранулят для утяжеления. И тонирован он с помощью аэрографа. Остался таким же приятным на ощупь. А все, всем до встречи. Пока-пока.